Союз математиков и художников в международном ракурсе. Сегодня в Демидовском университете открылась выставка «Имаджинари. Глазами математики». Как выглядят формулы в пространственном решении, узнала Марина Смарагдова. Путешествующая по миру экспозиции визуализированных математических выкладок собрала уже 400 тысяч зрителей. Концепция родилась в математическом научно-исследовательском институте Обервольваха в Германии. Побывав во многих городах мира, она добралась и до Ярославля. И очень вовремя, поскольку это год российско-германского сотрудничества в сфере науки и образования. Совместить математику с искусством. Знаменитый ученый сказал, математика слишком серьезное дело, чтобы не воспользоваться теми возможностями, чтобы его популяризировать. И как раз мы сделали это предложение нашим русским партнерам. И это уже третье место, где мы проводим эту выставку после Москвы и после Ульяновска. Красоту математической формулы может оценить только математик. Здесь другой случай. Три простые переменные, знакомые со школы X, Y, Z, творят чудеса. Это некоторые математические объекты, которые помимо непосредственно математической ценности имеют несут себе эстетическую составляющую. То есть, это очень красиво. Меня очень впечатляет. Я когда увидел, ребята, когда развешивали это, бегали все, говорили, вот у меня такое. Сегодня состоялось торжественное открытие столь необычной выставки, а завтрашний день уже весь расписан школьными экскурсиями. Этими программами может пользоваться любой ученик. Они общедоступны и наглядны. Не правда ли? Ведь любопытно вращать изображения, следить за их метаморфозами, а вместо рисунка сердца любимому послать трехмерную его формулу. Эти фигуры называются усеченными октаэдрами. Есть и другие примеры, в частности, хорошо известный куб, которым как кирпичиками можно замостить все пространство. И вот этими фигурами тоже, как, например, пчелиными сотами, можно замостить все пространство вот таким образом. Столь необычные картины снабжены пояснительными табличками и формулами. Вот такие стилизованы под рисунки Леонардо да Винчи. Другие напоминают поп-арт. Это уже как фантазия подскажет. Полотна математиков не уступают зрелищности картинам художников, это точно. Это тот случай, когда гармонию постигают алгеброй. Марина Смарагдова, Василий Мосин, городской телеканал.